Я хочу поблагодарить всех и поблагодарить, прежде всего, конечно, Татьяну за то, что такие грандиозные курсы организовываются, и то, что вот мы это все принимаем участие. Для меня, конечно, было очень сложно снова вливаться в контакт, потому что тут был длительный перерыв у меня, я сменила еще и нишу. У меня другое увлечение пошло. И вот как раз вот апгрейд, вот осенью, по-моему, с октября, вот я тут первый раз начала публиковать, и в самую тему получилось. Я как раз закончила обучение, там одно обучение свое, и вот думала тоже, как же мне сейчас в контакт выйти, думаю, надо же как-то мне какое-то обучение начинать где-то. И вот тут как раз Татьяна объявила вот курс по апгрейду. Получается, там был в августе, в июле, по-моему, курс, а потом вот этот осенью. И вот я в него пришла, и мне он очень подошел, очень помог, потому что и мандраж, как говорится, был очень страшный, как начинать, что делать, как писать, и все посты вот именно шли по порядочку, как вот нужно было, что делать. И я потом уже со знакомыми, когда встречалась, они мне прямо говорили, даже писали некоторые, ой, Людмила, какая у тебя страничка интересная. Я говорю, так я же сейчас обучение прохожу. Вот, и поэтому хочу сказать огромную благодарность за создание курсов и за шаблоны. Получается, да, шаблоны тоже очень помогают, хотя у меня тема немножечко не сетевой, но тем не менее я как бы беру идею шаблона и пишу уже вот свои посты. Поэтому хочу сказать огромную благодарность Татьяне, хочу сказать огромную благодарность девочкам поддержки, которые на протяжении всего вот этого времени постоянно ставят, отмечают, да, лайки, пишут комментарии. Ирина Каска, большое спасибо. Марина, тоже большущее спасибо, потому что всегда нахожу поддержку, всегда откликаются и всегда... И вам спасибо. Да, вот. Марафон, конечно, шикарный у Марины. Прямо замечательный марафон. Мне так очень понравился. Анны Святной вот нет, но я ей тоже очень благодарна, что она пишет всегда очень хорошие комментарии. И вот мы как бы с ней тоже консультировались. И очень благодарна ей, что мои консультации ей тоже понравились. И Марине тоже спасибо, что консультация оценила. Поэтому я очень благодарна девочкам за поддержку.